лошадью ходи. Давай, Светлазар, если ты выиграешь, то поедешь в Ливию. Кто вчера выиграл у вас? 1-1. А? 1-1. Но если 1-1, тоже поедешь. Это сицилианская защита, я вижу. Я тоже. Ты просто так знакомое слово сказал. О, молодец, уже две пешки брал. Какой это был хитрый ход. У него... Ты смотри, что он... Ты смотри, что творят бразильцы. А не видел в интернете на последнем чемпионате мира был скандал? Там подсказывали друг другу. Да, да. Да, я не помню, какая там команда участвовала в этом. Они разработали целый код, куда ходить. Там человек по залу перемещался и вставал на нужное кресло. Ага. Ну, то есть, который сидел за шахматами играл, он Не, он, по-моему, вообще ничего не передавал. Да, он не передавал. Один в зале сидел, стоял, смотрел на позицию. Передавал данные человеку, который сидел дома с компьютера. Он на компьютере просчитывал, как лучше, ну и передавал обратно смс-ки тому, кто в зале. И который в зале, он занимал, ну, там по залу уже можно ходить во время соревнований, и он занимал вот место, ну, у них было расписано там, где какая клетка ходить, и туда ходили. И поймали. Ну, там какая-то... Там тоже пацаны сидят. Нет, там тетка вот именно, сказали, что тетка, которая из организаторов, она увидела, что... Ну, человек перемещается по залу, читает мобильный телефон, и как раз после этого сразу начинает ходить игрок. Ну и вот, поймали. Что сделал? Как Петкович на Крюне. Прошлый контракт Chief Engineer приезжает в Крым, ну, из Латвии. И он был в Болгарии, в Арне, на брифинге. Они делали там семинар 3 дня. Я тоже был. А, ты тоже был там, да? Петкович там была, да? Да, да, была. Вот. Ну и он говорит, как интересно, он говорит. Ну как интересно, говорит, постоянно сидела Петкович и говорила, please don't sleep там. Как-то такой-то, please don't sleep. Чемпионат не такой-то, please stop sleeping. Сидишь, втыкают. Это Топлиц тоже был. Топлиц? Говорят, интересно было только тому, у кого Wi-Fi. Был в телефоне, чтобы можно было сидеть в гостинице играть. Нет, я собак не увидел. А? Собак. А ты тоже там присутствовал? Да, что-то? Вот так поднимает руку, о-о-о, за пять там что-то обсуждают. А ты там что делал? Что? Я думал, там для топ-офисеров они только что-то делали, или все? Все, все. А о чем там речь шла? Вот это вот efficiency, да? Ну, говорят, там да. У нас крутые старшие помощники, сейчас они будут отвечать для видеоотдела там. Не, мне интересно, правда, что за темы там были? Для всех, которые... Это было на том, как в Питере тоже. В Питере никаких семинаров не было. Что там было? Вызывали по одному и спрашивали. Что? Ну как работается, что хочешь такое. Все? Да. А банкет не было? Банкет был. Я ушел через 2 часа. После банкета? А? После начала банкета? После начала, да. Еще горячим не дождался. Ушел. 2 часа. Хрен, знаешь, на Литейном ресторан? Ну, короче, в принципе, рыгаловка. Ресторан, ну, такой. Он прямо при гостинице. Там недалеко от Биджая. Не стану отвлекать, блядь. Мешаешься, говорю. Че, я не мешаю? Отсюда я не мешаю? Да с кофе хотел попить. Кофе? Хороший вот этот вот. Да. Нескафе. Я смотрю, они дешевле и дешевле покупают. Скоро будет, знаешь, есть такие 3 в 1, где сахар, да, сливки, да, сразу, да, сразу ленты такие. Да. Натуральные. Натуральные.
бы, кстати, тоже мог прийти на брифинг. Для всех работников Оренкили он был. Ты проигнорировал? Правильно. Так. Тем более там сказали, будет вот Владимир Владимирович, ты сказали будешь, потом это... Был Владимир Демин. Владимирович. А? Демин был? Не знаю я. Или это кто, Элмет? Кришин Светенький. Сколько ему лет? Ну, около 40, наверное. Наверное, это он и был, я фамилию не знаю. Трубку тоже курил. Ну, трубку там в Биджане никто не курил. По-моему, Демин это и был. Да, светло. Волосы такие немножко длинные. Ну, по-моему, это он был. Кто такой? Да все, пиздец. Все, Светлозар, суши весла. А Каспаров это грузин или русский? Не, а так он армянин, наверное, да? Или кто? Ну, наверное, Каспаров. Говорящий обезьяна. Обезьяна? Да. Ага. Практически. Шимпанзе. Шахматы только херачат. Он теперь не занимается же шахматами. Политикой, да. Видела в интернете ролик, там, где хуй летает вокруг него? Он там выступает про демократические свободы. А там какие-то хулиганы приделали к резиновому члену лопасти от вертолета игрушечного. Ага. И запустили в зал, он там летал, его сбивали. Вокруг Каспаров. Так. Нормально. Да пора. Возьми сос. Это собака, возьми вот. Собака. Похож на подсобаку. Прямо патовая ситуация. Напряжение очень большое. Все, король упал, поражение. Черт. Смотри, что творят бразильцы. В журнале? Журнал, да. Где этот журнал где-то валялся? Где спросил? Вот это? Видел, конечно.
Конечно, увидел. Да. Я вообще здесь. Ну, погоди. Ливийский флаг еще нарисую. Ну, погоди. А это Цветан, а? Цветан. Я его не знаю, Цветана не знаю. Цветан был здесь. Ну, я с ним не работал. Я Эмиля знаю. А, Эмил? Да. Мы были там один тим на боулинге. Он был со мной кадетом. Это был. Машинным. Вот этого знаю, парни. Стефани. Светлозар здесь толстый. Да, да. Видишь, какие обузы. Ну. Что творят бразильцы? Да, Светлозар, по-моему, это уже агония.